Действительно, полтора года назад, даже два года назад, ровно два года назад, будучи в командировке в Самаре, в Счетной палате, я попросил, чтобы мои коллеги показали подробно, как работает у них система автоматизированных закупок, при котором резко повышается роль объективных факторов и снижается роль субъективных. У них это было запущено несколько лет назад на базе чебоксарского программного продукта. Когда я вернулся, и мы встретились с Александром Александровичем, проговорили, разумеется, и с Юрием Владимировичем Казаковым, и с Ингой Анатольевной Погорелой, и начали обсуждать всю эту тему при активном участии руководства Министерства экономики, то пришли к выводу, что нам нужно брать не чебоксарский продукт за основу, а брать тот продукт, который у нас уже как бы есть, которым мы пользуемся, но постоянно его приземлить под те задачи, которые есть.